теперь тащи к самолету. Постарайся понять, малыш. Тебе придется все делать самому. Так уж получилось. Ладно. Подожди. Что ты на меня так смотришь? Я никогда не мог тебя как следует разглядеть. Ну, давай. Всех до вас, а вам до меня. Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. Когда ты был в больнице? Отдохнул? Тащи. Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. Играет смех, какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня. Но пуля дура вошла меж глаз, и на закате дня сказать он и в этот раз, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. Тебе хочется пить? Конечно, но я умею терпеть. В следующий раз мы захватим дюжину фруктовой воды и лед тоже. Устал? Кто? Я? Какое мне дело до всех, до вас?
последний грех и в памяти не храня. Печальных не ставьте над нами бег, какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня. Мы не можем лететь. Не говори глупостей. Ты не сумеешь вести самолет. Ветер сам отнесет нас домой. Лучше не пытаться. Не смей говорить таких вещей, дурак! Послушай, Дэви, иди сюда. Дэви, сейчас не время. Я прошу тебя. Ну, прости меня, Дэви. Придется тебе взяться за дело самому. Колеса свободны. Запоминай все, что я скажу. Запри дверцу. Потяни рычаг газа. Поставь всю ступню на педаль. Крайне слева. Нажми кнопку. Ну? Жми левую педаль. Дай газ! Развернись против ветра! Это я могу! Огня, а Бобкин нет.
как щепка трещит броня, а Боба вновь разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Но пуля дура вошла меж глаз, и на закате дня успел сказать он и в этот раз, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. Но пуля дура вошла меж глаз, ему на закате дня успел сказать он не в этот раз, какое мне дело до всех, до вас. Простите солдатам последний грех и в памяти не храня. Печальных не ставьте над нами вверх, какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня. Неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять все до конца. До последнего дюйма. Хорошо, если ты сможешь. Не я, так ты.